Приветствую всех. Сейчас продемонстрирую, как вывести деньги с ВМЗ WebMoney на Privat24, используя обменник BestChange. Все ссылки на обменник будут в описании под видео. Итак, заходим на BestChange. Кстати, для тех, у кого есть какой-то ресурс, можете рекламировать данный обменник. За каждого зарегистрированного пользователя обменник платит до 35 центов. Итак, приступим к обмену. ВМЗ на приват 24 гривны. Я буду использовать в ручном режиме обмен через обменник 24 Exchange. Я его уже неоднократно использовал, и в принципе он мне нравится. Выбираю его. Если вы будете часто использовать данный обменник, советую вам зарегистрироваться, и вы будете получать небольшую комиссию, там какие-то сотые процента за каждый ваш перевод. Итак, я отдаю WebMoney доллары. Напишу $35 с кошелька такого-то. Получу взамен. Сейчас курс там где-то 25 был, по-моему. Какой курс посмотрим? Да, 25,5 курс. Это как раз самый выгодный курс на этом обменнике. Так, получу на карту 892 гривны 50 копеек. Прописываю карту. Ваша карта по имени и фамилии должна совпадать с кошельком WebMoney для того, чтобы обмен произвелся успешно. Если не будет совпадать, почитайте условия, вам, скорее всего, деньги потом возвратят на ваш ВМЗ кошелек. Продолжаем. Вводим фамилию, имя, отчество, email, телефон. Я уже неоднократно, еще раз повторюсь, использовал данный обменник, поэтому меня уже здесь, в принципе, знают. Нажимаю продолжить. Вот. С комиссией получится $35 28 центов. С кошелька такого-то на кошелек такой-то. Ставлю галочку «С правилами ознакомлен», «Создать заявку». Так, заявка создана. Для продолжения нажмите «Перейти к оплате». Нажимаю «Перейти к оплате». Так, вводите пароль от вашего WebMoney. Число с картинки. Для подтверждения нужно получить смс-код. Нажимаем «Получить код» и ждем смс-ку. Смс-ка пришла. Вводим цифры, которые пришли. Платеж подтверждаю. Я перевел свои доллары товарищу, который мне переведет гривны с Privat24 на Privat24. Вот. Мне уже написали, что заявка выполнена. Сейчас жду еще пару минуточек. Мне должна прийти смс, что мой Privat24 пополнен. Вот, пришла смс. Privat пополнен.
892 гривны, как и было указано в обменнике. Вот такой вот видеоролик. Обмен произвел буквально в течение 5 минут. Если вам понравился ролик, ставьте обязательно лайк, делитесь с друзьями, может кому-то будет интересно. Обязательно подписывайтесь на канал. Сделаю еще перевод. Сделаю видеоролик о переводе с Яндекс.Денег на Приват24. Если вам это интересно, тогда добро пожаловать к нам на канал.